Как провести свободное от работы или учебы время с пользой для себя и окружающих? Ответ на этот вопрос знают народные дружинники. Уже с 2013 года они патрулируют городские улицы. Сейчас на охрану общественного порядка выходит более 60 человек с красными повязками. Более 20 лет Леонид Коткин отдал службе в МВД. Сейчас он уже 17 лет находится в запасе, но о былой службе не забывает. Его как члена Совета ветеранов МВД одного из первых пригласили в народную дружину. В советское время, когда мы были, был командиром ДНД, был членом ДНД. Ну, в принципе, что-то берем оттуда, что-то новое. Сами знаете, всегда бывает такое, что где-то что-то, говорят, новое, хорошо забытое, старое. Так вот, и где-то что-то, значит, мы что-то используем. Леонид Сергеевич дежурство не ходит, только организацией занимается. Под его руководством много молодых жителей города. Ксения Лямец пришла в дружину с желанием проводить вечера с пользой для себя и любимого города. Идея ДНД пришла ко мне от нашего сотрудницы, то есть она сама является членом дружины. И позвала меня, мне стало интересно, то есть почему бы не поддержать охрану общественного порядка. Сейчас на Ринмаре 64 дружинника. В месяц каждый отряд выходит на патрулирование городских улиц 8 раз. Также народные блюстители правопорядка привлекаются на уличные гуляния и массовые мероприятия. Народные дружинники уже не первый год оказывают помощь сотрудникам полиции. Только в текущем году ими было пресечено 26 административных правонарушений. Проводились проверки граждан, состоящих под административным надзором. Такие отряды должны появиться во всех муниципалитетах, но пока в регионе народная дружина есть только в окружной столице. Между тем, за охрану правопорядка каждый дружинник получает денежное вознаграждение. За месяц член народного патруля может получить до 8 тысяч рублей, а вдобавок и укрепить свое здоровье. Ведь ничего не может быть полезнее прогулок на свежем воздухе после рабочего или учебного дня. Алена Валей, Роман Делимарский, Леонид Шишилов, телеканал «Север».